Ищешь что купить? Что ж, давай при... Смердишь гнилью, змей! Все отец ищет сына. Я тоже люблю свой молодняк. На свете нет ничего вкуснее. Жрешь своих детей? Правильно, так они не оставят в мире свой гнусный след. А как же ужас, боль, смерть. Сейчас ты поймешь, что это не пустой звук.
Те, кого сожрал Нидхёк, не возвращаются. Я окажусь ему не по зубам. Всякий раз, изгоняя меня, ты придаешь мне сил. Закаляешь мою волю, как дверги клинок. Я разрублю тебя от хвоста до... Хватит! Я не в силах больше это слушать. Хватит! С меня довольно! Беда с детьми в том, что им не хватает терпения. Что за вздор? Кому нужно терпение? Когда оно помогало победить? Да почти всякий раз, когда готовишься к битве... Хватит с меня твоих наставлений, просто... Отец, избавь меня от уз клятвы! Клятвы? О чем ты? Ответив, я ее нарушу. Так нарушай, коли припекло. Если ты клялся служить мне нянькой, я освобождаю тебя от обета. Я клялся головой Йормунганда, змея Мидгарда и славной смертью, которая ждет его от моей руки. Что ж, скажи мне правду. Твои слова посеют во мне сомнения или подозрения? Я не знаю. Что ж, тогда прости, сын. Я не хочу обременять тебя своим горем, но ты здесь... А Бальдер нет. Да. Хочешь получить услугу? Возможно. Что ты предлагаешь?
закрушу! Возможность поживиться. Вот и награда за терпение. Thank you.
конец. Тебе кровь! Ищешь штуку? Что ж, давай.
уйдешь, воздвигну памятник из твоих костей. Как твои мертвецы, я вернусь снова. И еще раз, и еще, пока не верну себе свое. Да что ты знаешь о мертвых? Не все, что я делаю ради войны. Thank you.
мне силу!
Сасурда! Снова угощение. Что же мне выбрать? О, славная выпивка.
Ищешь, что купить? Что ж, да. Как бы с тобой не обошли. Я не восстановлю свою честь! Тебя! Hey!
Леша, как? Чини мосты, не чини, все равно рушится. Не сердись, но в твоих трудах явно нет смысла. Такова жизнь среди мертвых. Те же длани, что требуют чинить мосты, питают силу, которая их разрушает. И чьи же это длани? Длани Нидхёга. Безумные друиды, колдуны и жрецы, что служат хозяину этих тлетворных островов. Нидхёг, я знаю, кто это. Мерзость этого существа вошла в легенды. Он здесь правит? Да. Он сосет сок из корней Игдрасиля, пока длани собирают живых и мертвых для его трапез. А кто в ответе за гниль, из-за которой рушатся мосты? Если уничтожить ее источник, пройти здесь станет легче, так? Источник гнили сам Нидхёг. Но ты замедлишь ее, устранив его длани. Начни с моего хозяина. Это темный друид в жутких одеждах, что охотится здесь на чужаков. Пожалуй, часть божественного может пригодиться мне в этом краю.
сыщешь!